большой привет! Привет, канал Лапу Наши, с вами Соня и Улька. Сегодня у нас будет такой обзор гелевых ручек для тату, да? Да. Вот, 10 штук, блестящие, красивые, там сейчас мы раскроем какие-то трафаретики, вот так выглядит, и проверим. Написано, легко смывается мыльной водой. Да, Сонечка? Да. Вот мы раскрыли вот такие ручки красивые, вот такой трафаретик. Да. Вот эти я тоже. Да, тут, наверное, на липучечке, да, выбирать и вводить рисуночек. Сейчас мы проверим. Сонечка у нас выбрала вот такой трафаретик. Да, сейчас будем обводить. А Олюшка вот такой. Давай теперь выбираем цвета. Сонечка может сама себе закрашивать. Да? Какой розовый. Сегодня 8 марта, да? Всех поздравляю с 8 марта. Чтобы все были красивые, умные, да, девочки? Красавицы. Ручки, вот. Ты тоже хотела розовенький? Вот, вот так. Раз. Ой, как его? Давай, тяни, тяни, тяни. Вот. А я тоже. Давай, проверим все. А, пишет красиво, блестяще. Все-все цвета проверим потом. Какая красота. А мне? А тебе сейчас, тебе. Сонечка будет заполнять пока. Сейчас мы Ульянушке. Так, Ульянушке мы будем заполнять сейчас желтеньким. Ой, как пишет красиво. Очень блестяще, очень легко пишется, рисуется. Очень классно. Да. Класс, можно разными цветами. Да. А вот у Сонечки у нас тоже, да? Можно даже разных цветов добавить. Вот тоже желтенький. Класс. А я сейчас проверю. Так, сейчас мы такую татушечку сделаем. Вот он прям хорошо-хорошо закрашивается. Там написано, что можно даже на лицо, только в глазки, чтобы не попало. Можем сделать даже разукраситься. Так. Да, вот так вот. Давай теперь снимаем, посмотрим, что получится. Вот какая красота! Красиво получается, блестящее все. А Сонечка разными цветами делает. Сейчас мы проверим все цвета на Ульянушке. Вот так, какой красивый Сонечка. Подожди, ты такой розовый, да? Ой, как классно пишет. Это разные цветочки. Все, что угодно можно рисовать, да? Сейчас покажем. Класс. Все цвета. Желтенькие. Очень вот красиво. Что у меня получилось. Сейчас, Сонечка, мы это все зарисуем и покажем. Вот зелененькие. Даже такой черненький, он серенький. Все-все цвета красивые. Красный. Вот что получилось у Сонечки. Она сама делала. А да? Вот это. Вот, ребята, они еще пахнут, да. У нас, оказывается. Мы их как понюхали, да? Они одинаковым запахом, Сонечка, или разным? Одинаковым. Одинаковым все пахнут. А, пахнут. И еще мы решили протестировать. Вот влажная салфетка, самая обыкновенная детская, стирается, а не салфеткой просто или нет. Сейчас проверим. Сонечка чуть-чуть. Сонечка у нас художеством занялась. Мама, ну и вот, нарисуем. Вот стирается, все прекрасно стирается. Здорово. Можно обрисовываться, а потом все легко смыть и стереть. Подписывайтесь на наш канал.
Кулюшка расстроенная, потому что мы смыли немножко, да, вытерли. Сейчас мы нарисуем, много-много всего нарисуем. Пока-пока!